Здравствуйте, уважаемые обучающиеся. Вашему вниманию предоставляю видеолекцию на тему процессуальные особенности расследования интернет-мошенничеств. Данную видеолекцию подготовил старший преподаватель кафедры кибербезопасности и информационных технологий, капитан полиции искаков Куаныш Думанович. Актуальный характер приобретает вид мошенничества, совершаемые с помощью интернета, IT-технологии сетей телекоммуникации и с использованием платежных банковских карт, то есть интернет, мошенничество. Современный уровень развития цифровых технологий позволяет в короткие сроки обеспечить охват практически всего населения. Актуальный характер приобретает виртуальные виды мошенничеств, совершенные с помощью сети интернет, IT-технологии, сетей телекоммуникации и с использованием платежных карт. Досудебное расследование по зарегистрированным правонарушениям интернет-мошенничества нацелено на обнаружение и фиксации криминалистически значимой цифровой информации и в дальнейшем переводимое в качестве доказательств материалов по уголовным делам. Цифровые данные, как элемент построения дальнейших следственных ситуаций, исходят друг от друга. При производстве осмотра места правонарушения необходимо пригласить для участия в следственном действии программистов C++, JavaScript, разрабатывающие программные обеспечения, операторов или IT-специалистов по программному обеспечению, эксплуатирующие и ремонтирующие компьютеры, системных администраторов, программистов, специалистов инженеров по телекоммуникационным связям и оборудованиям, IT-специалистов по обеспечению кибербезопасности. Уголовный кодекс Республики Казахстан определяет мошенничество, как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Особую опасность представляет мошенничество в интернете. Преступники, используя цифровые технологии, причиняют значительный ущерб потерпевшим. Под мошенничеством в сети интернет необходимо понимать лишь действия, связанные с передачей имущества или права на него другим лицам или изъятием, Удержанием этого имущества под воздействием обмана или злоупотребления доверием посредством использования информационных технологий. Основными следственными действиями, необходимыми при расследовании интернет-мошенничества, совершенное в сети Интернет, являются осмотр, место происшествия, предметов и документов, обыск в жилище, либо в ином помещении, либо личный выемка предметов электронных носителей информации, электронной почтовой корреспонденции, допрос обвиняемого, либо подозреваемого, либо потерпевшего, либо свидетеля, либо эксперта, специалиста, негласные следственные действия. При осмотре месте происшествия могут быть обнаружены такие флеш-носители информации, как накопитель на жестких магнитных дисках, то есть Винчестер, флеш-карты памяти разной модификации необходимо указывать факт их наличия в протоколе осмотра с указанием следующих данных. Первое. Местонахождение флеш-носителя цифровой информации. Второе. Его идентифицирующие типы. Третье. Индивидуализирующее название. Четвертое. Маркировочные обозначения, серийные номера. Выявление, изучение, фиксация и изъятие в установленном законом порядке цифровые объекты следы и информации из сотового телефона, то есть гаджета, позволяют. Первое. Напрямую выявлять лицо в совершении правонарушения, интернет, мошенничество. Второе. Косвенно указывать на линию поведения лица, причастного его к совершенному правонарушению, то есть интернет, мошенничество. Третье. Способствовать установлению иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Проведение выемки необходимы в целях изъятия цифровых носителей, содержащих файлы с искомым текстовым и графическим содержимым, а также программы, применяемых для подготовки и совершения правонарушений указанной категории, прежде чем допрашивать подозреваемого. При расследовании интернет-мошенничества лицу, осуществляющему досудебное расследование, необходима консультация специалиста в области IT-технологии перед началом следственного действия, либо предусмотреть его непосредственное участие. При производстве обыска, либо выемки, IT-специалист участвует в определении вопроса комплектации выявленных цифровых средств, уточнении отдельных деталей, подлежащих изъятию. В данном случае IT-специалист также непосредственно проводит корректное отключение работающего программного обеспечения и отключение гаджетов от питания электричеством помогая следователю описать изымаемые программные средства. Также IT-специалист принимает участие в упаковке, опечатывании выявленных улик и подготовке их к перевозке и хранению. При проведении такого неотложного следственного действия, как осмотр места происшествия с привлечением специалиста в досудебном расследовании интернет-мошенничества, специалист может установить. Первое о механизме совершения правонарушения. Второе – о способе его совершения и сокрытия правонарушения. Третье – об специальных цифровых средствах. Четвертое – о непосредственном контакте интернет. Пятое – мошенника с предметами обстановки места происшествия. Начало досудебного расследования при совершении мошенничеств с использованием интернет-ресурсов, как правило, включает в себя семь этапов. 1. Принятие, поступление, заявление, сообщение о правонарушении. 2. Первичная уголовно-правовая квалификация деяния и его регистрация в Йордер, либо проведение первого по времени неотложного следственного действия, например, снятие информации, подтверждающий факт совершения мошенничества соответствующих сайтов интернета. 3. Определение подследственности преступления. 4. Вынесение постановления о начале досудебного расследования и принятии его к своему производству. 5. Дача поручения о проведении негласных следственных действий по установлению механизма мошеннических действий и способа реализации преступного умысла, источника перечисления денежных средств потерпевшего и подозреваемого. 6. Проверка по криминалистическим учетам наличия уголовных дел, расследуемых по аналогичным фактам. В целях выяснения вероятности их соединения в одно производство. 7. Обращение посредством СМИ к пользователям интернета в целях выявления потерпевших от действий интернет-мошенников по выявленной преступной схеме. При проведении такого неотложного следственного действия, как осмотр места происшествия с привлечением специалиста в досудебном расследовании интернет-мошенничества, специалист может установить. Первое о механизме совершения правонарушения. Второе – о способе его совершения и сокрытия правонарушения. Третье – об специальных цифровых средствах. Четвертое – о непосредственном контакте интернет. Пятое – мошенника с предметами обстановки места происшествия. Для обнаружения виртуальных следов должен быть проведен осмотр технического средства, материального носителя компьютерной информации с целью обнаружения типовыми стандартными средствами и приемами виртуальных следов с последующим изготовлением копии информационного содержания носителя и назначения экспертного исследования. Осмотр работающего компьютера должен начинаться с осмотра изображения на экране дисплея. Зачастую на экране отображается информация об используемой программе, текстовый редактор, пользовательская программа и прочее. Изучение проблемы информационной безопасности позволит понимать и распознавать угрозы, разрабатывать и применять меры защиты и предотвращать возможные атаки и утечки данных. Без этого современный мир не сможет обойтись, так как технологии продолжают развиваться, а угрозы становятся все более изощренными и сложными. Существует множество методов защиты информации, включая шифрование данных, использование паролей и идентификационных карт для доступа к системам, контроль доступа и многое другое. Каждый метод имеет свои преимущества, и выбор конкретного метода зависит от потребностей конкретной компании или организации. На сегодняшний день существует широкий круг систем хранения и обработки информации, где в процессе их проектирования Фактор информационной безопасности, хранение конфиденциальной информации имеет особое значение. К таким информационным системам можно отнести, например, банковские или юридические системы безопасного документа оборота и другие информационные системы, для которых обеспечение защиты информации является жизненно важным для защиты информации в информационных системах. Одним из важных методов борьбы с интернет, мошенничеством, является создание правовой базы для пресечения таких преступлений. Еще одним важным механизмом борьбы с мошенничеством является повышение уровня информационной грамотности населения. Образование, информирование и просвещение людей в области безопасности в сети позволяет им не попадать на уловки мошенников и уберечь свои финансовые средства. Одним из приоритетов развития нашего государства была определена задача создания для Казахстана эффективной, современной государственной службы и такой структуры управления, которая была бы оптимальной для рыночной экономики, построить государство, стоящее на страже национальных интересов. Кражи интеллектуальной собственности – это нарушение авторских прав на различные объекты интеллектуальной собственности, включая программное обеспечение, технические изобретения и дизайн. При совершении мошенничества в сфере информационно-телекоммуникационных сетей необходимо организовать алгоритм проведения первичных и последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. В первую очередь при поступлении заявления о дистанционном мошенничестве необходимо связаться с пострадавшим и потребовать не удалять информацию, которая остается после совершенного преступления. К числу обстоятельств, подлежащих доказыванию по рассматриваемой категории уголовных дел, относятся первое место, время, условия, способ совершения мошенничества, второе наличие преступного умысла, направленного на завладение чужим имуществом подобным способом, третье предмет мошенничества, что было присвоено, сумма денег и так далее, четвертое характер и размер причиненного ущерба, Пятое. В отношении кого совершено мошенничество, государственная или общественная организация, коммерческая структура, частное лицо. Шестое. Данные о личности преступника, сайт, анкетные данные, электронные адреса. Седьмое. Данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях, состав, численность, техническая оснащенность, техническая специализация. Восьмое данные о личности потерпевшего, обстоятельства контакта с мошенником. В информационных технологиях существует множество методов сокрытия информации, использование которых позволяет совершать преступления и оставаться невидимым для правоохранительных органов. К стадии подготовки допроса подозреваемого по уголовным правонарушениям в сфере информационных технологий необходимо отнести. Информационное обеспечение допроса изучение личности подозреваемого и планирование допроса. К источникам информации о личности допрашиваемого можно отнести изучение биографических материалов о личности, получение и сопоставление сведений о лице из различных источников, сбор и сопоставление независимых характеристик, анализ учебной и, или трудовой деятельности лица, назначение судебно-психологических экспертиз и учет их заключений, непосредственное наблюдение за человеком, эмоции, речь и другие, и прочее. Важным фактором при расследовании уголовных дел в области информационных технологий являются технические возможности и ресурсы правоохранительных органов. Необходимость в высокотехнологичном оборудовании и квалифицированных специалистах при работе с компьютерами и сетями делает такие расследования затратными и трудоемкими. При проведении допроса по уголовным правонарушениям в сфере информационных технологий основной целью является выявление, выяснение информации, связанной с виртуальными следами, а также иной, имеющей отношение к расследуемому виду уголовного правонарушения в сфере информационных технологий. При допросе потерпевшего необходимо прежде всего получить информацию о личности мошенника, для чего устанавливают следующие обстоятельства. Знаком ли потерпевший с мошенником, как состоялось знакомство, кто при этом присутствовал, как представился мошенник, показывал ли он какие-либо документы, в чем выразился ущерб потерпевшему, Зафиксированы ли сбой в работе компьютерного оборудования, электронных сетей, средств защиты компьютерной информации, кто из сотрудников работал внеурочно, кто интересовался информацией, не относящейся к их непосредственной деятельности. Зафиксированы ли в последнее время случаи срабатывания средств защиты компьютерной информации? Каким образом приобретается компьютерная техника? Как осуществляется ее ремонт и модернизация? Каким образом на предприятии, в организации, учреждении или фирме осуществляется работа с информацией? Как она поступает, обрабатывается и передается по каналам связи? Кто еще является абонентом компьютерной сети? к которой подключены компьютеры данного предприятия, организации, учреждения или фирмы, каким образом осуществляется доступ к сети, кто из пользователей имеет право на работу в сети, полномочия этих пользователей по работе с информацией, как осуществляется защита компьютерной информации, какие средства и методы защиты применяются и другие. Досудебное расследование по зарегистрированным правонарушениям интернет-мошенничества нацелена на обнаружение и фиксации криминалистически значимой цифровой информации и в дальнейшем переводимая в качестве доказательств материалов по уголовным делам. Цифровые данные, как элемент построения дальнейших следственных ситуаций, исходят друг от друга. Под мошенничеством в сети интернет необходимо понимать лишь действия, связанные с передачей имущества или право на него другим лицам или изъятием, удержанием этого имущества под воздействием обмана или злоупотребления доверием посредством использования информационных технологий. Обман при совершении компьютерных мошенничеств заключается в сознательно неправильном оформлении компьютерных программ, несанкционированном воздействии на информационный процесс, либо неправомерном использовании банка данных, применении неполных или дефектных, искаженных программ с целью получения чужого имущества или права на него.